праздник Рождества Христова мы идем в храмы, чтобы всем вместе помолиться новорожденному Господу. Но и после богослужений прихожане не уединяются по домам. Немало праздничных мероприятий проходит в святой день. В Брянске, например, сложилась своя традиция его проведения. Праздник по благословению архиерея на площади Свято-Троицкого кафедрального собора состоялась традиционная рождественская акция для детей «Катание на лошадях». Меня зовут Ангелина, а это роса, росинка. Это шетландский пони, ей 7 лет. Она любит детей, она команду умеет выполнять разные. В праздничный день маленьких прихожан, посетивших утреннюю литургию, ждали не только сладкие подарки, но и любимая зимняя забава. В этот день родился Иисус Христос. Появился тот человек, который поведет за собой народ. Он научит их всему, ну, что надо знать. А вот Рождество, ты ждешь это? Да, очень долго ждал. Ты был на литургии? Да, был. Получили сладкие подарки. Особенно мне не запомнилось, как мы катались на карете. Было очень прикольно, правда, немного страшно. И мы еще немного там задрифтили. Лошадка очень быстрая. На соборной площади ребят дожидались шетландские пони и русский рысак Альбатрос. Дети с восторгом прокатились на маленьких лошадках верхом и поучаствовали в старинной русской прогулке на фаэтоне. Красивая снежная зима и общение с лошадьми подарили всем, и взрослым, и детям, хорошее настроение. Каждый год посещаем. Очень красиво. Храм изменился в этом году, уже более расписан. В том году было меньше. Так что облагораживается, становится красивее и лучше. Немного праздников осталось, которые можно всей семьей, так сказать, праздновать, тем более в такое время сейчас. Поэтому мы стараемся всегда ходить. В том году не попали, было закрыто из-за коронавируса. В этом году вот разрешено, поэтому, естественно, пришли. Такой шанс нельзя упускать. Благотворительная акция стала уже традиционной. Она проводится 4-й год, и в ней принимают участие все желающие. В этот раз многие ребятишки также с пользой провели время на свежем воздухе. Сегодня именно впервые на Рождество здесь, потому что узнали, что будут катать на лошадках, очень надеялись попасть. Вот верхом уже Настена прокатилась на пони, да, Настен? Как тебе, понравилось? Да? Скажи, я люблю кататься, да? На пони. Люблю? Люблю. Да. А теперь ждем на карете. Спасибо и собору нашему Троицкому за такую возможность прийти, почувствовать дух Рождества, праздник. Спасибо огромное. Всех с праздником.